здравствуйте. Если вы когда-нибудь приедете к этому рифу, к рифу отеля Шарм Плаза, то вы обязательно встретитесь с этой рыбой. С рыбой Наполеон. Мне не надо было его искать. Он сам потихоньку подплыл ко мне. Раз, и передо мной оказалась эта симпатичная мордашка. Я думаю, Наполеон выпрашивает у меня яйцо. Отдыхающая подкармливает его. В Египте рыб кормить строго запрещается. Могут приплыть агрессивные рыбы, ядовитые рыбы и даже акулы. В том году, на этом самом месте, я кормила Наполеона. Держу яйцо в руке. Со всех сторон кинулись рыбы к яйцу. Наполеон внизу разволновался, как сиганет ко мне и долбанул меня своим носом в живот. Но не по злобе. Наполеон рыба добрая. Но я думаю, у него мощная, сильная и крепкие челюсти, потому что я видела, как он отламывал, отгрызал куски кораллов и проглатывал их. Здесь мне было уже тяжело за ним плыть. Я уже устала, плыла без ласт, и было очень сильное встречное течение. Я хваталась одной рукой за кораллы, подтягивалась, хотела проскочить эту расщелину в коралловом рифе. Посмотрите, какой кадр красивый получился. Сейчас там вверху появятся коротко отдыхающие, и вы сможете сравнить размер Наполеона с человеком. Мне нравится плыть за Наполеоном. Я плыву за ним до изнеможения. В следующий раз приеду с ластами. До свидания, Наполеон. Желаю тебе здравствовать.
До следующей встречи.